Всем привет, меня зовут Софа, и добро пожаловать на канал. И сегодня я решила собрать рюкзак в школу, потому что завтра 1 сентября. Так что, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь. Итак, давайте я покажу мой рюкзак. И вот так он выглядит. Я не уверена, что я ходила с ним в прошлом году, потому что я ничего из прошлого года уже не помню. И вот вещи, которые надо туда положить. Первое – это пенал, который я уже собрала. Он из Glory Jeans, я его покупала, наверное, 3, может быть, 4 года назад, не помню точно. Вот так вот выглядит. А сзади написано 1000 путешествий, начинается с первого шага. Здесь линейка, которую я нашла на полу. Потом карандаш, не знаю откуда. И ручка. Это я точно купила ручку, я это помню. И... точно купленный мною мазок. Как это называется? Замазка. Мазок. Так, кладу это все в центральный кармашек. Завтра также у нас будет алгебра. Ну и просто дневник беру. Вот, учебники брать не надо. У нас, по-моему, будет алгебра, линейка. И думаю, еще классный час. И нужно быть в школе в 7:45. Следующая жвачка, не знаю, какого года. Срок годности 12 месяцев. Ну, 12 месяцев 19-го года. В принципе, еще не... А, нет, прошло, ладно. Так, денежки 300 рублей. Я, кстати, 3 рубля здесь нашла. 300 рублей пойдут на милостыню. Либо в церковь. Буду ставить свечку на хорошую учебу. Каждый год так делаю. Но раньше я молилась, там была какая-то молитва, как бы мудрость Соломона, так и я блещу мудростью. Вот. Но не знаю, она... помогала, вроде бы, потом сейчас перестала. Потом то ли плюс, потому что у меня аллергия. Дальше, вот такая вот баночка. Если у вас заложен нос, болит голова и еще какие-то проблемы, это просто мое спасение. Народная медицина, я надеюсь, это народная медицина, а не традиционная, потому что я лечусь только народной медициной и молитвами. Хотя это звучит глупо. И хоронить меня, наверное, тоже будут народной медициной и молитвами. Гель для рук. И пшикать в нос. Вот все, мы собрали наш рюкзачок. Это же было так быстро. Букет, который я купила для своих учителей. Те, кто сейчас в Краснодаре, возле Тавриса торгует бабушка. Там, по-моему, 100 рублей ветка. Здесь всего 7 веток, так что это вышло на 700 рублей. Мне очень нравится. Ну, а на этом все. Спасибо вам за просмотр и всем до скорой встречи.